Рада приветствовать вас на нашем канале «Не скучно жить». Настал день X, я еду за продуктами. Ну, у нас, если честно, мы подчистую все съели. У нас осталась пачка фарша и все. Сейчас хочу купить рыбу, зайду в Мигрос. И, наверное, печень, желудки, ну, что-нибудь такое. Ну и, конечно, курочку. И сейчас барабанная дробь. Нам пришел счет за воду. 6 лир 67 круш. Чудо чудное. Да, вот так вот тут паркуются в Турции на пешеходном переходе, неважно. Ладно, я с велосипедом еще могу проехать, а с коляской как мамочки должны проезжать. Ну все, я уже дома, по улице ничего не стала снимать, такое ощущение, что к нам вернулось лето, на улице прям жарко-жарко, все ходят в шортах, в майках, хотя задумайтесь на секундочку, сейчас уже сентябрь. Ну ладно, это такое лирическое отступление. Продуктов я купила на 600 лир. Этих продуктов нам хватит на неделю 100%. Ну, останется там только воду, и хлеб мы покупаем раз в неделю. Вот, сейчас стараемся много продуктов не покупать, потому что не знаем, когда поедем домой. Начинаю обзор своей продуктовой корзины. Так, ну начнем с того, что я купила в Биме. Купила курицу, суджук утром на завтрак. Купила тунец. Две пачки стоили 65 лир, но я общем, наверное, стоимость скажу. Маленькую колу купила, что-то мне прям так захотелось. И мой любимый кефир на вечер. Купила еще там картошку, но это я уже отдельно бегала покупать. Итак, сейчас скажу. В Биме у меня получилось на 220 лир. Вот этот вот объем продуктов. Поехали дальше. В Мигросе я купила маленький кусочек семги, он у меня вышел на 59 лир, сейчас семга по 300 лир. Купила сайру, причем они ее здесь почему-то назвали хамси, но она что-то для хамси, сами видите, очень большая. Хочу ее засолить, ну, наподобие нашей селедочки сделаю, а то селедочку очень хочется. Не сказала вам, насколько у меня сайра вышла, сейчас 26 лир. И купила немножко креветок, это здесь 416 грамм, на 16 лир они у меня вышли. Так, очень захотелось скумбрии, но когда подошла на кассу, мне ее пробили 100 лир. Если бы я знала, что она такая дорогая, я бы не стала брать, честное слово. Так, вот такая вот маленькая, 190 грамм, 100 лир. 201 я купила вот такие вот палочки, побаловать себя. Вот, все знают уже, кто с нами давно-давно, я прям вот подсела на нее, 21 лира она так и стоит. И соевый соус, я уже вам говорила, в Мигросе он стоит 56 лир по акции, в А101 39 лир, ничем не отличается, такой же вкусный. В овощной лавке я купила помидоры, так, огурцы, перец, буду его сегодня фаршировать. Цветную капусту. Мы с Денисом тоже подсели. Тут на цветную капусту жалко, брокколи не было. Еще кабачки. Вот эти вот все овощи у меня вышли на 100 лир. Ну вот, как считаете, дорого это или нет? Но получается, вот это объема продуктов нам с Денисом на неделю точно хватит. Пишите свои мысли по этому поводу. Хотела вам сказать, подписывайтесь на наш Дзен. Там мы видео выставляем практически каждый день. Они не займут у вас много времени, они коротенькие, но, надеюсь, вам тоже будет интересно. На днях к нам приезжают друзья. Ну как к нам? К нам в Махмутлар. Они будут жить у себя. И вот мы пойдем им заказывать трансфер. Обязательно расскажу, где мы его заказываем, сколько будет стоить. Они прилетают победой в Газипашу. Ну и как вообще все это будет выглядеть. Оставайтесь с нами, будет еще много всего интересного. Гирюшерус, друзья!